В семье Василия и Татьяны пятеро детей, четыре девочки и мальчик. Старшей дочери Настя 13 лет, самому младшему Саше всего 3 года. А значит, за ним все еще нужен глаз да глаз. У Григорьевых безопасность всегда была на первом месте, поэтому даже мысли не возникло отказаться от участия в региональной программе по установке автоматических пожарных извещателей. Позвонили с администрации, сказали, что бесплатно придут, поставят пожарную сигнализацию. Ну, мы сначала думали, что это что-то, какой-то сложный процесс, так скажем. Оказалось, все очень просто, быстро. Перед установкой датчика инструктаж. Устройство настолько простое, что с ним справится даже ребенок. Хотя, конечно, находиться оно должно там, куда не дотянутся маленькие шаловливые ручки. В случае задымления будет очень громко орать. Пи-пи-пи-пи-пи. Услышат даже соседи? Услышат даже соседи. Здорово. То есть, в случае задымления... Вы поймете, что у вас что-то в квартире не то. Когда он сработает, обязательно прошли по квартире, посмотрели, все ли у вас все в порядке. Спасибо. Сняли его, достали батареечку, он перестал орать, ставили обратно. Автономный пожарный извещатель срабатывает не только от дыма, но и от высокой температуры. Активная фаза региональной программы началась в конце сентября. На данный момент в поселениях Одинцовского района установили более 7000 датчиков. Установка и покупка пожарных извещателей производится за счет денежных средств из бюджетов Московской области и Одинцовского муниципального района. В программе принимают участие не только многодетные семьи, но и инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Списки тех, в чьих домах должны появиться автономные пожарные извещатели, выверялись несколько раз. Хотя и сейчас еще не поздно заявить о себе. Когда еще не включают батареи и люди переживают, что у них достаточно прохладно, что детки могут замерзнуть, включают обогреватели. Обогреватели, к сожалению, не всегда исправны. Поэтому может случиться возгорание и может произойти пожар. Поэтому еще раз повторюсь. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и нужен пожарный извещатель. Вот сейчас мы с вами слышим как раз его работу. К началу ноября противопожарные датчики установят в домах всех одинцовских многодетных семей, которые попали в региональную программу, а таких более 4500. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».